И всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр. Добро пожаловать на игру Myst Survival. Вы находитесь на канале Just Best Games и Just Best Games. И мы с вами продолжаем потихонечку дальше играть в эту очаровательную игру. И почему-то здесь стоит у нас Франция. Окей, хорошо. Так, убери винтовочку, как бы пушечку, винтовочку. Не-не, убирай. Да вообще убери, что, ё-моё, не пугай. Да не пугай ж ты людей-то, ё-моё, блин. Вот так вот. Все, друзья мои, мы сегодня будем доканчивать, смотреть что да как, что нужно этому дому еще сделать, чтобы он был у нас красивее, интереснее, и чтобы наши вот люди жили здесь с комфортом, чтобы все было у них хорошо. По возможности мы с вами пойдем, само собой, в пещеру для того, чтобы доделать задание, которое там наша мадмуазель просит от нас, да? Вот такой вот у нее знак вопроса. И, кстати говоря, чуть не забыл, друзья мои, сегодня днем или завтра максимум выйдет еще одно видео на канале. Самое короткое видео, которое я вообще выпускал когда-либо. Про очень важную информацию насчет нашего, насчет моего канала на ютубе. Ну, сейчас вы его смотрите, поэтому вот так вот. Нет, я там не буду там жаловаться на то, что дедушка с бабушкой на моей шее, вся семья на моей шее, я только один сам работаю через ютуб, денег не хватает и так далее. И отправлять всех на какой-то там сайт, чтобы меня тут спонсировали, чтобы меня тут закидывали деньгами. Нет, я такого делать не буду, потому что я такой видосик видел, и мне было аж стыдно за это, за того человека. То есть я такое делать не буду. Но там у нас будет информация о что будет с каналом, что мы будем делать дальше и так далее. Куда переедет, не то что переедет, но в случае чего переедет канал и так далее. Или там хотя бы часть канала переедет. Короче, вся информация будет там, поэтому проверяйте сегодня, проверяйте завтра. Сегодня или завтра выйдет такой видосик интересный. А мы с вами продолжаем. Так, что у нас на повестке дня? На повестке дня у нас есть сделать немножечко освещение здесь, в этом вот помещении, потому что этого очень сильно не хватает. Есть возможность сделать вот такую вот лампу здесь, как бы, да. Но есть, само собой, возможность. Сейчас, секундочку, где у нас были там другие лампочки? Скорее всего, не здесь. В доме нужно по-любому делать лампу по, ну, по симпатичнее, что ли. Вы не забывайте, да, мы сделали с вами здесь вот такой вот. Фига себе, как ты дымишься. Нифига себе, как ты дымишься. Тут у нас, как бы, в Германии люди говорят, что все, зеленая энергия, нам нужна зеленая энергия. Никак, никак, это вот дизель надо убрать, бензин надо убрать, все убрать, короче. И все переезжаем, то есть пересадим, пересадим всех на... Давай-давай. На электрокары, блин, елки зеленые, да. А здесь у нас генератор вот такие вот вещи вытворяет. Так, погоди, нам нужны были там что? Нам нужно было вот это вот дело. Это у нас, блин, память работает, да ё-моё. Ты видишь, как я вспомнил что да как. И лампочки, вроде бы как, которые я хочу сделать, делаются здесь. Да, все правильно. И бутылочки. Сколько там, блин, ну Electronic Parts у нас, ну, очень... Ой, память, так, погоди, там или там, тут. Да, попал, отлично. Electronic Parts у нас не то что на исходе, их нет вообще. То есть микросхемы этих, которые типа нам нужны, давай спускайся вот так. Нормально, чё ты такой-то прям, я не понял. Нормально же все, попей водички и все нормально будет, вот так вот, попей. Отлично, видишь, получается. Да, так что... Вот такие вот, друзья, вот такие вот, да, новости, как говорится. Пока что вы ничего не поняли, но будет в видосе, и вы все поймете. Да, в начале, возле этого дома я бы хотел поставить лампу. Вопросик, ставим лампу на стеночку или ставим все-таки лампу вот такую вот? Очень интересный вопрос. Такую, в принципе, лампу мог бы поставить у входа здесь. Нужна ли она? Вот я не знаю. Собакин, ты там застрял или как? Ты как бы должен мне быть внизу, защищать нас от зомби, от всего этого, что нас вот может как бы повредить. Так, давайте мы сделаем все-таки две лампочки, потому что почему бы и нет, нам они и нужны. Так, лампа раз, лампа два, отлично. Ну, на больше, по идее, у меня больше не хватает electronic parts, то есть более микросхемы. Это получается, нам нужно прям уходить. Собакин, спускайся, спускайся. У нас тут как бы дела такие прям серьезные, что нам нужно еще в, не то что в город, как бы, а по карте этой покататься немножечко. Рядышком бандиты здесь у нас живут, их тоже немножечко побить, помацать. Поэтому вот, чтобы им не казалась жизнь как бы сладкой. Но иначе никак. Вообще иначе никак.
и забрать у них эти electronic parts. Так, погоди, куда мне поставить? Давай экономить будем эти лампы, я поставлю ее вот здесь, вот посередине прям, да? Что было хорошо. Да, что ты забрал ее, я не понял. Надо было, я там на Е нажал, наверное, это ошибочно было. Было ошибочно. И внутри, конечно же, здесь тоже ставим лампочку, чтобы было вообще красиво. Это значит, мы куда? Куда-то? Куда-то мы ставим? Так, погоди. Там освещаться будет из-за той, что... Из-за лампы, которая там. В это помещение у нас освещения вообще нет. Прям вообще. Давайте... А вот так вот. Вопросик. Будет ли это дело гореть, когда генератор якобы так далеко находится? Момент истины. Куда? Момент истины. F. Так, сгорит. Здесь тоже, скорее всего, освещаться ночью будет. Это мы проверим, само собой. Отлично. Достает. Мне кажется, у генератора есть даже радиус, который якобы показывает, сколько, куда он достает и так далее. Edit move. Electrical range. Да. Сломался у него радиус, у него упирается радиус в это вот все говно и, короче, нормально не работает. Окей. У меня еще один вопрос появился. Когда я только начал эту запись, я думал, можно ли вот это вот все поломать? Секундочку. В базе же там у нас наверху, у нас база как бы там, да? Там вроде можно было палатку там поломать. Блин. Это плохо. У меня были планы на эту территорию, на эту часть... И чё-то как-то планы мои пролетели прям жестко мимо наших мыслей. Так, секундочку, давайте все-таки этого мнения убирай. Отлично. Отлично, вот так вот. И так, что у нас здесь было? У нас здесь был револьвер, кстати говоря, на которого у нас нет патронов почему-то. Это плохо. Это очень плохо. А Джион, кстати, здесь? Погоди, она не потерялась, потому что у нас нашествие прям зомби было. Очень. Такое серьезное. Джион, нормально все? Нормально. У тебя никаких заданий вроде бы не было, да? А, есть. Купер Вайер. Ей нужно 2 Купер Ингот, 2 Металл Скрапа. Это у нас будет. Короче, нам нужно медь и компонент бокса. Есть. Компонент бокса у нас есть, а вот меди у нас нет. Значит, мы попробуем, если у нас все выйдет как надо, попробуем достать эти вот запчасти. Здесь у нас ничего такого нет, да? Вообще ничего. Собакин, спускайся. Я прям чувствую, что ты голоден. Ну да, да, нужно покормить. Так, собакус. Сюда, ко мне. Не хочет. Не хочет, я понял. А так, захочешь? Конечно, конечно. Так, собаки наш вообще послушный парень. Иди сюда, короче. Давай я тебя покормлю. У меня маленькое филе есть. И, кстати говоря, чтобы я уже там не рыбачил, потому что это что-то у нас рыбалка получилась какой-то длинной. Я, наверное, на медведя пойду. Чё по патронам у нас? Дробаш есть. О! Секунду. У меня там есть лук. Мы пойдем, значит, за компонентами, потому что для освещения нам нужны будут эти электронные компоненты. А это значит, я сейчас... Вооружусь более-менее хорошими вещами. То есть, вот тебе hunting rifle сюда уходит. На дробаш сюда. Блин, ну много беру, мне кажется, очень много беру. И револьвер ammo. Давай вот так. 16 штук. Короче, револьвер. Давай, заряжай. Сейчас мы лишнее полностью уберем, потому что мне оно как бы не надо, да, вимидать, чтобы это все лежало. И перезарядим, смотри, там в дуле пистолета, револьвера, уже патрон есть. Это есть неправильно, это вообще неправильно. Это анимация, не то что анимация, это вообще совсем неправильная вещь. Не про реальное оружие. Почему-то, я не знаю, почему так сделано. Барабан он отодвинул влево. А там был один патрон. Это как бы, как-то оно прям плохо. Это прям капец как плохо смотрелось. Так, что-то я хочу выкинуть. Это значит половинку давайте этого. Вот так вот сюда. И бутылочки, все это вот, всю эту вещь мы скинем, все-таки нам оно как бы пока не надо. И пойдем сейчас и за мясом. О, у меня такое ощущение, что собака у нас поднялась здесь первый раз, вообще первый раз. Это есть неплохо. Так, куда мне досочки поставить? Мне кажется, здесь для досок вообще места нет. Ну, прям вообще, смотри.
Местечко свободненькое есть. Пусть будет... Стой. Короче, пусть будет здесь. Доска там, доска тут. И вот эти штуки мне пока что не нужны. Хотя одну я заберу, потому что мало ли. Катушка. Катушка у нас... А что она здесь делает? Финиш лайн. Очень странно. Собака, я тебя могу накормить. Эти инструменты мы забираем всегда с собой. Это прям нужные must-have инструменты. Вода, патроны. Окей. Собака, на тебе еще немножко покормим. На. Филе попей, попей. Покушай, блин. Так, все, правильно. И уходим за электронными парцами. Собака, само собой. Собака там тоже может как бы немножечко мне помочь. По идее, что там у нас? Пустой ящик, да ну, серьезно, пустой ящик. Иди сюда, пустой ящик. Мы тебя забираем, короче, вот туда. Вот так вот, да? Ну, ты сюда залезать не будешь. И раз у нас здесь есть тоже пустой ящик, я все-таки его тоже возьму, потому что, ну, я сделаю им другой ящик. Я этим нашим ребятам, которые здесь живут, я сделаю просто другой ящик. И все. Стой. Собакин, мы уезжаем. Для этого нам нужно за этот открыть, не закрыть, а открыть ворота. Вот так вот. Не-не, собака, обратно. Обратно мы едем туда. Канистра есть? Канистра есть. Ноль по канистре. Готовимся, смотрим. Все целенькое, вроде бы как должно работать. Значит, поехали. Собакус, мы с тобой едем работать. А работать прям очень хорошо будем. Прям жестоко будем работать. Валить всех подряд. Ну, я не знаю, брать пулемет, не брать пулемет, я даже без понятия. Его уже поломали. Но я могу замену как бы взять, да? Инвентарь чист? Да ни хрена не чист. Блин, а давай. Раз к бандитам едем, давай. Давай, так уж и быть. Мотор. Мотор, глушись. Все, друзья мои, раз сделали мы... А что ты, что ты, что ты? Что ты, давай возьми, подвинь. Ну-ну-ну-ну-ну, повыше, повыше, подними. Как же мне бесит, когда это все дело не работает. Мне очень не нравится, когда в играх что-то не работает. Это прям... выбешивает. Вот туда вот. По идее, мне его должно хватить. Друзья, сейчас мы кое-что тут освободим. Вот так вот. Освобождение, скажем, вот этого, вот этого, вот этого. Мне это сейчас пока что не надо. Свечка, мотор. Пока пусть лежит. Вот так. Аккум надо глянуть. И вот так. Ну и патроны. Я не знаю, их много, их много. Так много брать мне не надо по-любому. Значит, мы скидываем полностью все сюда, кроме этого. Еду даже брать не буду. Я найду там еду по-любому. Еда у нас будет, я прям уверен, поэтому не будем. Не-не-не-не-не, что-то пошло не так, короче. Что-то пошло прям слишком не так. Значит, ящик, ты... О, молодец, красавчик. Сюда иди. Это такое временное явление, друзья, да? Это туда, это сюда, это туда, туда. Канистра мне нужна, патроны нужны. И все остальное нужно. Все. Я освободил себе полностью все, что нужно было. Смотрим на капот. Под капот. Аккумулятор нужен. Мотор, если поломают, нужен. Ну и свечка нужна, получается. Потому что с этой машиной, когда ты катаешься, вот я вам сейчас покажу, что делается, если ты берешь вот такие вот вещи. Что-то много как-то... много патронов. Что происходит, когда ты слишком, как говорится, сильно рискуешь. И мы сейчас будем рисковать. Сегодня мы будем рисковать. Секундочку. Главное... блин. Тут надо еще научиться развернуться. Развернуться нужно научиться. Зеркало само собой не работает. Это же Miss Survival. Тут оно как бы и работать не должно. Постой. Двери пусть будут открытыми, ничего страшного. Единственный минус в этой машине. Ты ни хрена не видишь иногда, когда за ну, какие-то там препятствия едешь. За этим рулем ни хрена не видно. Собака, там было мясо. Кстати, насчет собаки тоже не надо было забыть. Нужно все-таки кого-то завалить, нам нужно мясо ей. Вот, стой. Тихо. Тихонечко. И поехали. Поехали. Поехали.
Чё-то мне кажется, что этой свиньи, блин, было вообще похер. А не, не похер, но патронов мы потратили немало, да? Вы заметили, наверное. А ну-ка, давайте обратно. Залезай обратно. Собаки, поехали. Защищать меня будешь. Если вдруг медведь тут будет, вот так вот, да? Сколько патронов, друзья? Кто посчитал, сколько я сейчас потратил? Мне кажется, вообще немало, поэтому... Тихо ты, чё ты? Час потратим на это, у нас 10:40. Да, нормально, пойдет. Просит, конечно, просит, да. Можно еще ноги там попробовать, там туда-сюда. Но опять же, я не хочу сейчас завалить себя полностью весь инвентарь. Не хочу, чтобы прошел весь день. 5 кусков мяса или 4, нам хватит. Смотрим на показатели собаки. Можно покормить. Почему бы и нет? На, поешь, маленький. Поешь, маленький мой лево. Вообще, красавчик. Нормально, фуд нормально. Насчет еды, я там парился, что-то напрягался. Всех на уши поставил, типа, кто может, кто скажет, кто знает, как напоить собаку. А никак. Говорят, просто-напросто никак. Пока что это еще не добавили. Ну, разработчик не добавил, он вроде один. Игру делает, вот тебе и не добавил. Да, друзья, но появляется другой вопрос. Совсем другой вопрос. Это вопрос одного подписчика, который очень сильно хочет в этой игре. Это уже у нас как бы новая игра. Ну, получается, не то, что новая, это у нас новая карта, да? И он очень сильно хочет грядками заняться. Потому что он кур держать хочет. А они нуждаются в каких-то там семенах, в корме и так далее. Я уже просто забыл. Где добыть здесь семена для того, чтобы кукурузу выращивать? И что там у нас еще в этой игре выращивается? Потому что эта карта новая, вы уже поняли, надеюсь, да? Уже сколько, какая серия у нас-то, а? И человек не может найти вот эти вот вещи. То есть семена для того, чтобы сажать что-то там в грядке и так далее. Это есть очень важно. По идее, для нас важно. Потому что, ну, если я тоже как бы этим заниматься буду, то как... Если этих семян еще нет. Этот человек говорит, что у него там чуть ли там, не знаю, там 60-й час игры идет, да? Еще канистра. Ты прикинь? Не, ну ты прикинь, ну пусть будет, как бы, да. И он никак не может найти этих семян. Это есть плохо, конечно. Очень странно, но мы все знаем, что игра как бы немножечко багованная. И да, эти ножницы мне не нужны. Она багованная немножечко. И тут своих проблем на самом деле хватает прям с головой. Поэтому сильно как бы напрягаться я не могу насчет этого, если что-то не работает, что-то прям вообще плохо работает. Но иногда бывает выбешивает. А что так мало бензина? Я понимаю, что цены как бы поднялись, но это же не значит, что в игре тоже нужно как бы это такое делать. Разработчик, как это понимать-то? 0,61 литр, ну типа 610 грамм миллилитров. Я не помню, что такого было. Что такое было, то есть? Я вообще не помню. В игре было всегда больше литра. Всегда было больше литра. Так, на всякий пожарный сделаем сейв. Пусть будет, а то вы знаете. Здесь можно умереть прям за 2 секунды. Такс. Отлично, все заряжено. Есть контакт. Берем, короче, холмик. Чисто. А я сейвнулся? Сейвнулся вроде, да? Нифига не сейвнулся, вот так вот. Берем холмик и смотрим, на какую же даль может стрельнуть машина. Сиди на месте. А чё она же... Я не понял, машина, чё ты катишься? А ну-ка, наверх поднялся. Ручник нажал. Все. Держись, машина, держись. Все нормально. Отлично, крутиться могу. Блин, но... Ну, чисто ради интереса, чтобы меня как бы сильно не валили, потому что машину тоже могут поломать, да? А где он? Вылез, вот он. Отлично! 2 патрона, потому что промазал. Жаль, что прибежать немножечко нельзя, блин. А чё по 2 патрона надо? А, еще ниже? Я понял, ниже надо просто. Блин, ну имба. Вообще имба, эта турелька, этот пулемет, но это полнейший кайф. Само собой, в гущу событий как бы на этой машине не заедешь, потому что проблема появится моментально. И ясный хрен, что можно как бы и таким способом тоже валить этого чувака, допустим.
Ни хрена не можно. А револьвер вообще оттуда вот дает, достает, нет? Ни хрена, серьезно? То есть мы далеко сейчас, да? Ага, автомат нормально работает. То есть можно, само собой, автоматом работать по ним, но есть ощущение, что они могут немножечко нас поломать. Там убить, туда-сюда коснуть, машину сломать, и после этого машина... А как туда заехать? А, вот так. И после этого машина больше работать не будет. То есть в этом минус этого пулемета. Не-не-не-не-не-не, все нормально, здесь же чисто. То есть вот таким вот образом можно было якобы заехать сюда и типа тра-та-та-та-та. Но нифига тра-та-та мы делать не будем. Все, стоямба, стой. Притормози машину. Вот так, мотор выключаем. Отлично. Ой, не выключаем, а вырубаем. Да, там уже эти комментаторы сейчас полезут и скажут, какой выключаем, что за фигня, блин. Нужно ли мне этот силенький? Собака, я тебя хотел кормить, иди сюда, давай. Красавчик, ну типа иди сюда, типа мы тебе там это приказали, типа указали, типа иди сюда, команда, и на тебе, покушай. Отлично. А что случилось с этой текстуркой? Что с этим асфальтом не так? Он везде такой? Странно, очень странно. Вообще странный асфальт, что-то я такого как бы... Вроде замечал или не замечал, он такой пиксельный, совсем пиксельный. Вот! Вот это я понимаю. Потратили патроны на них. Он их всосал, походу, когда мы в него стреляли, да? И... А вот тебе и компоненты. Вот тебе еще эти вот, как его компоненты, ты понял, да? Всосал, короче, чувак эти патроны и отдает нам обратно. Вот это я понимаю. Вот и 1,5 литра, это еще куда ни шло. Не то, что было у нас 0,61, блин, это вообще не вариант. Да. Такс. Ну, забираем. А мне еда тоже как бы сейчас нужна, потому что я вроде хвалился насчет того, что я типа не буду брать. Еду не буду, у меня тут все будет, все прямо навалом будет. О! 3 литра-то. Вообще неплохо. Прям совсем шикарно. Ну а вы, друзья, пишите мне, чисто мне ради интереса, как бы, меня ради интереса интересует, вы поняли, да? Играет ли кто-нибудь вообще еще в эту игру, кстати, батареечки? Или вы все уже позабыли насчет игры и просто смотрите видосики? Это тоже прикольно, когда человек... Уже писали об этом, да, что мне лень играть, а смотреть на тебя, как ты играешь, там показываешь что-то, это вот... Довольно интересно. Меня прям это радует. Ой, как много. Аж целых 2 баночки. Есть люди по-любому, я прям уверен. В Германии, кстати. Не знаю, как в России, но в Германии у нас эти маски, обыкновенные маски, уже как бы не... Блин, не дозволено, короче, зайти в любые эти вот общественные места, типа магазины, там туда-сюда, в таких масках. Только в масках FFP2. Не знаю, как на русском это будет, у нас они так называются. Это типа как будто очутили, которые, ну, когда человек что-то красит, такие прям серьезные маски. Вот в таких вот масках. Тоже медицинские, но FFP2 называются. У нас прям жестко с этим, очень жестко, не знаю почему. Вроде говорят, что через пару недель даже это ограничение будет снято. Но очень долгое время было с таким вот ограничением, типа FFP2. И я такой вот красавчик. Когда вся эта вот канитель с короной началась, я что сделал? Я взял и накупил себе кучу, блин, этих обыкновенных масок. А сейчас они как бы лежат и никому не нужны. И типа, купи FFP2 маски, блин, вот так вот. И вот так и живем. Так, секундочку. Кто-то на этом деньги зарабатывает, само собой. Граната. Надо брать. Для этого у нас есть багаж. Делаем следующее, вот так вот. Даже мясо даже можно сюда скинуть. Почему мы тащим это все с собой? Блин, а багажник маленький. Это важно. Вот так, отлично. Отлично, собакин, что ты там творишь?
Ой, так что вот такие вот дела. Не надо... О чем я вообще сейчас веду? К чему веду? К тому, что слушая, или услышав какие-то там новости или какие-то нюансы, не нужно прям бежать впереди паровоза. Нужно все взвешивать довольно хорошо и не нужно делать лишних движений, которые потом якобы окажутся лишними тратами. Это есть нехорошо. Нифига себе, я тут типа это открываю. Че, прикалываешься? Ниже. Твою же медь. А как? Погоди секундочку, это как понимать-то? А, он только туда и садит. Ой, да ладно, подумаешь. Будем мы с вами как-нибудь, выживем мы с вами без этого бардачка, блин. Так, секундочку, что это такое? Это есть хорошо? Здесь у нас что? А здесь у нас... А где еда? Я тут хвалил как бы игру, что я найду. Что все будет нормально. А насчет, кстати, вот в России, что по маскам? Еще в масках ходят или не ходят? А то чуток мне припоминается, что кто-то вроде бы как бы из друзей и знакомых говорил о том, что в России вроде бы... Погоди, в России это было? Да, вроде в России. Вроде да, что в России вроде бы как уже даже без масок ходят. Корона там пропала, там туда-сюда, и никто ничего как бы об этом уже не говорит. Почему контейнеры пустые? Они не были пустыми. Тут ничего. Такс. Лутание прям полностью. Собака что-то нашла? Лима 88А. Такс. Ой, не знаю. Что с масками? Маски как маски, но что-то я вижу, что здесь у нас нету ни еды, нифига нет. Дайте мне какой-то еще ящик хотя бы, какие-то там интересности, что ли. Мы их обоих пролутали. Да, вроде обоих пролутали. Все, значит, смотрим этот контейнер. Сейчас, секундочку, мы... Да давай, поднимайся, что ты стесняешься такой. Стеснительный. Вот тебе патрончики на дробаш. Угу, это текстурка. Забыли нарисовать настоящие патроны, а текстурку добавили. Но! Ты же можешь, да, я знаю, что ты можешь. По паркуру здесь наш персонаж вообще как бы... Царь зверей. Ну, блин, 100% есть у меня ощущение, что я что-то забыл. Ну, прямо 1000000%. Поднимайся. Так, здесь ничего. Друзья, если я вдруг... Все как обычно. Если я вдруг что-то пропустил, не забудьте об этом написать. Потому что это очень важно. Вернемся, завалим всех заново. Ну, в смысле, не заново. Вот патрон, отлично. И будем... Как говорится, счастливы. Погоди, давайте мы еще. Не-не-не-не-не-не. На мешки ты встань, ты, ё-моё. А, он скользит, понял. Просто мы сюда как бы не доберемся. Нет, не доберемся. Окей. Вроде бы пролутали полностью здесь. Ничего такого я не пропускал. Ну, на мое усмотрение, да. Может быть, где-то что-то все-таки пропущено было. Типа. Как здесь. Блин, бардака этого у меня, по идее, очень много, этих досок. Но это такое ощущение, что специально для этого, я же говорю, специально для этого контейнера. Но здесь у нас ничего нет. Такс, и там ничего нет. И тут ничего нет, и вообще ничего нет. Окей, я здесь давно уже не лутался, очень-очень давно. И по-любому ничего такого интересного нет. Ну, именно из хороших вещей. Тут зомбята, скорее всего, будут, да? Домики такие интересные. Колесо брать не буду, нет? Колесо брать мы не будем. Там, кстати, прикольно. Дорога такая, интересно, да? Перила есть, все есть. Нормально. Довольно нормально. Что там снизу валялось? Это, скорее всего, перья были. Тряпки тоже беру, блин, веревки эти вот беру, но они нафиг никому не нужны вообще. Прям совсем. Собака, что там, тут и сюда гуляешь? Вот ресурсы, вот пошли. Пошли ресурсы, это есть хорошо. И, да, рюкзака здесь нет, хотя мне один рюкзак понадобится бы по-любому, потому что не весь рюкзак у меня открыт. Такс, забрали.
Никого. Прям вообще никого. А я лутал здесь прям полностью? Или нифига не... Не, нифига не полностью, потому что здесь, смотри, вода есть. Я бы не пропустил. Патроны есть. Или лут опять же возобновился, или я здесь еще не трогал этот домик. Такс. Бутылки. Это есть очень хорошо. Я думаю, этот робот-пылесос. Похож. А это не робот-пылесос. Это вот такая вот штука. Это вот такая вот музыкальная штука. Такс. И такс. Отлично. Все. Залутали, так сказать. А еды нет. Только вода была. Это маленько нехорошо. Надо было... Опля. Это я понимаю. Хорошо зашли. Тряпочки. Чё? Появилось отражение? Почти. Почти, короче, разработчик замутил. Почти есть отражение, ты смотри. А ну-ка, если убрать... Да не-не, убери-убери, лицо хочу. Лицо, давай поближе, оп. Не, лица он не показывает. Это плохо. Ну, неплохо, значит, разработчик работает над этим. Смотри, он все-таки понимает, что это должно быть зеркалом. У меня статы на эту игру выставлены полностью на максимум. То есть, если что-то даже есть... Мы это по-любому с вами увидим. Если здесь этого нет, значит, и не должно быть. Кстати, дробаш. Дробаш, сколько там пулик выпускает? Давай подальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать. Двенадцать или одиннадцать этих дробинок. Вроде. О, еда. Такс. Что мы из всего этого выкидываем? Клей. Пусть будет здесь. Это я съем сразу. Мне нужно по-любому сейчас как бы покушать. Блин, это у нас просто вода. Да воду тоже как можно прям сразу выпить. Она мне прям не нужна. А вы заметили, что баночка пустая-то? Он открыл ее, а баночка прям вообще пустая. Да и эта бутылка мне в принципе... Вообще никуда не сдалась. Прям вообще прям. Давайте я выпью и выкину прямо здесь. Уничтожить здесь эти бутылочки и вообще любые предметы, которые якобы тебе не нужны, здесь нельзя никак. Есть специальный ящик для этого. Да, может быть, когда-нибудь мы с вами займемся такими ящиками. Блин, глина, придется тебе обратно. И все. Ой. Ой, как это опасно. Собакин, ты там постоишь или ты со мной пойдешь? Это... Где мне закрыться, чтобы меня как бы не заметили? Погоди. Это зомби, они такие. Погоди, там окно есть, но там они по-любому не залезут, да? Все, друзья мои, туманчик. В туманчик мы выпендриваться не будем. Я понимаю, у нас там машина, там пулемет, туда-сюда, но это все не вариант. Это нам не поможет. В центр дома как бы так. Съежимся, вот так вот. Будем ждать, хотя, чего ждать-то? Так, с 2 часа я могу, в принципе, Погоди, а кровать можно юзнуть? Вообще, прям вот эту. Нет, эту нельзя. А поспать на ней? А поспать на ней можно, вот так вот. 2 часика, чпуньк. И шикарно. Туманчик прошел? А в чем проблема? Почему так светло? Не понял. Не прошел еще? Не-не-не-не-не, пацаны. Тихо-тихо-тихо. Нормально все. 3 часа надо. Еще 1 час спим. Всегда не могу понять. Иногда 2 часа хватает для сна, чтобы туман закончился. А иногда, блин, надо 3 часа. Или я что-то там тупо делаю. Темно уже, блин, ё-моё, а. Такс, дворик. Да и нахер нужен. Дворик. Это мы не будем брать. У нас и так как бы инвентарь забит всяким говном. Окей. Здесь мы все сделали, облутали. Вопрос, если я поспал, появились бандиты? А на воздухе, да? Нормально. Нормально. А, она еще работает даже.
Не, ну ты прикинь. Раз такое дело, ну-ка поехали дальше. Фары работают? Ни хрена по-прежнему не видно, но они работают. Главное, что есть намек на то, что они работают. Так, освещение нам нужно будет. А, отлично. А что, я с другой стороны вылез? А, понял. А я понял почему. Так, здесь забито все. А это значит, что мы можем по-любому стакануть вот это вот дело. Здесь кое-что закинуть. Палочки-досочки сюда стыкануть. Так, что мы видим, что мы видим, что можно еще? Тряпочки. Тряпочки можно. Антибиотики есть ли? Ну, вот это вот можно. Короче, давайте я здесь немножечко так пошаманю, вот так вот. Ну, чего я знаю, это я знаю 100%. Брокколи мне, ну, прям вообще никак не сдался. Морковка тоже, я ничего такого как бы здесь готовить не буду. Собака, что ты по машине ходишь-то, ё-моё, а? Это могу выпить, это потом выпьем. Здесь вот так, восьмерочку сюда, и в принципе все. Зомби есть? Зомби нет. Зато смотри как. Глянь. Ну, понял, да? Освещение все-таки дает свое. Так, здесь, что мы имеем? The Uncertain. Говорят, что это типа намек на какую-то игру. Я не знаю такую игру, я в нее не играл. И опля. Блин, ну такие вылазки все-таки они хорошие. The Sector. Сектор. Выглядит неплохо. Собака решила отдохнуть. Пока мы здесь лутаем. И тоже сектор. И здесь уже все. Ага, фишинг лайн. Ну это как бы и не... Я думал... Вот оно, освещение. Вот. Зеркало работает, а ё-моё, блин. Зеркало... А почему не... Ага. Короче, это баг, походу. Это баг в игре. Я понял, почему. Тело у нас есть. У моего персонажа вообще голова есть? Я могу от третьего лица? Нет, не могу. Скорее всего, наш персонаж еще не имеет головы. И разработчик замутил так, что когда ты уже якобы приближаешься сюда, чтобы посмотреть на себя, чтобы это у тебя не получалось. Потому что голова еще нашего персонажа не готова. А с таких ракурсов там по-любому там по программированию можно было там радиус задать, чтобы вот так, когда ты приближаешься, чтобы она работала, когда нет, то нет. Скорее всего, так и есть. Собаки не мешаем, мы тут как бы ищем что-то как. Я здесь очень давно не был, но почему-то я не вижу здесь хороших вещей вообще. Прям лута чуть ли там как будто даже и нет. Очень странно. Спички, кстати говоря, да, заканчивались у нас дома. Поэтому да, почему бы и нет. Я думаю, это маска. А это сахар, скорее всего. Plain floor. Чё? Сверху написано что-нибудь. Ни хрена не понял, не вижу. Что-то у нас здесь сломалось с этой кухней. Совсем все сломалось. Ну, так уж и быть. Так, это забираем. Это нифига не забираем. И вроде бы как пролутали полностью все. Если что-то мы опять же пропустили, не забудь об этом написать, я вернусь. Блин, нифига себе у него вид тут. На самом-то деле-то, а? Хороший вид, очень хороший вид. У нас тут второй этаж был, да? Давайте глянем. Лутание, это называется... Лутай меня полностью, говорит нам дом. Лаги были, здесь были какие-то лаги. Опля. Перчатки не нужны, по-любому не нужны. Давайте, значит, мы берем вот это и вот это. А перчатки нахер не нужны. Мы их, я не знаю, не пользуемся ими. Не пользуемся ими. Ну, в этой игре как минимум, да? Поэтому зачем? Как вроде бы у меня даже есть, даже секундочку, давайте мы на экипмент посмотрим. Да, они у меня есть. И целый почти что ящик дома, как бы. А штаны, ё-моё. Сейчас опять комментарии. Кент, ты же не одел штаны. Где тут слот для штанов? Вот. Ай-яй-яй, джинсы у меня якобы есть, а я их не одел. Как же я мог такое сделать? Unglaublich. Ёлки зеленые. Так, секундочку. Так, das kann doch nicht wahr sein. Так, давай. Ну, это я уже, да, это я уже о своем. И... Все, вроде бы... Опля, не все. Компоненты здесь? Серьезно? Вот чего-чего, а компонентов здесь я никогда не видел. В
таких местах. Там не открывается. Все, друзья мои, сваливаем отсюда. Вроде бы как ничего такого здесь нет. И на улице у нас уже ночь. Кромешная прям не на ночь. Давай, заводись. Хочу кое-что проверить. Там был чувак. Погоди, машину я проверял. Не чувак, а домик был. Машина без топлива. Нож. Зачем мне нож? Не нужен мне нож. Вуд. Вуд это вуд. Я говорил про воду, что я ее выпью. Отлично. И берем досочки. Так уж и быть. Так, там есть домик, я хочу его глянуть. Собака, 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 как его, не собака, а машина, не застревай. Че там, а, столб. Ну, можно понять. Сейчас налево поворот будет. Тихо, тихо, тихо. Че там за красненькая машинка-то, а? А, это вход такой, въезд такой, да? Сколько у нас времени? О, так у нас опасная ситуация сейчас, по идее, может быть. Я бы, наверное, поспал, что был день, а то, блин, нифига не влезает уже. Это, по идее, все надо возить домой. Че-то поесть есть? Поесть. Серьезно? Попить? Понятно. А поесть? Или я не вижу, или реально ничего такого поесть нет. Банка туда-сюда и бла-бла-бла-бла-бла. Нет, нифига. Не, поесть нифига нет. Значит, нам нужно сюда. Типа, знаешь, такое. Есть кто дома? И нет никого дома. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять все-таки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да. Ух ты. Нифига себе. Вот это вот, да. Вот это вот мы зашли. Это брать. А маечка у меня есть вроде, да? Equipment. Да, такая же фигня. Ну и пусть здесь лежит как бы. Ха-ха. Вот разработчик-то, а? А вот я не знал, что... Чего? Револьвер аммо не хватил, не так бита. Блин, ну бардак делаю. Я не хочу все-таки так скидывать. Давайте все-таки биту сюда скинем. Потому что любой такой брошенный, любой брошенный предмет на самом деле загружает систему. И потом игра будет лагать. Там потом спрашивается, а почему у меня фризы? А почему у меня то, почему у меня другое? Блин, ну давай. Давай, вот так. И вот так. И вот так. И все. У меня такое ощущение, что я в этот дом еще... Собака, собака, иди сюда. Собака, 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 собака. Собака, кому говорю? Стой. Собака. Иди сюда. Ты же можешь, можешь. Вот так вот. Все, стой здесь. И не дергайся. Защищай своего хозяина. Вот так вот. Без... Ага, понял. А вот тебе и ночь. Значит, мы с вами... Блин, а какой мы с вами? Мне кушать надо. Я не могу спать, когда у меня такая, блин, в таком состоянии еда. Пистолет в кухне. Такс. Дайте мне баночку, вы чё, блин? Твою же за ногу. Может быть, я что-то пропускаю? Ничего нет. Вообще, дайте чё-то похавать-то, ё-моё. Блин, я это брать даже не буду даже. Да, вот этот мы приехали. Еды вообще нет. Твою ж за ногу-то, а? Тарелочки стоят. Лежат. Блин. Это есть уже немножко нехорошо. Значит, придется через зомби ехать домой, чтобы покушать. Это брать не буду. Это можно, если влезет. Такс, такс и такс. Ничего. Так, я понимаю, что я здесь прям с голоду подохну, если домой не пойдем. Да я же говорил, что не буду брать их. Опять? Они стакаются? Нет. Хм.
Блин, а насколько я смогу поспать? Да не, не насколько. Я сейчас от еды, блин, из-за нехватки сдохну. Это есть нехорошо. Чё покушать-то? Блин, хреново на самом деле. Давайте сделаем сейф-гейм. Надеюсь, сейчас бандитов... не бандитов, этих зомбаков пока что якобы здесь не будет. Эту машину можно собрать. Топор, да у меня их миллион. Тоже много. О! Не-не-не, это мы будем брать. Иди сюда. Отлично. Не надо. А где фонарь? Во. О, нормально. И о, места не хватает. Бутылочку. Бутылочку мы скинем пока что. Дайте мне баночку с едой, с вод... серьезно? Да давай ты тогда немножечко. Блин, я испугался. Как внезапно я стоял на месте, а тут у нас звук приходит. А ну-ка, глуши мотор. Еще не 8 часов, поэтому зомбаков по идее не должно быть. А я могу же, да, съесть? Ро. Хм. А костер из чего делается? Я просто не хочу домой ехать. Костерчик, я забыл, из чего костерчик делается. Вот здесь он. Из говна и палок. Найдем ли мы столько говна и палок? Не найдем, вряд ли. Немножечко... Да, тихо ты. Немножечко освободил. Это нет. Я хотел... А где этот металл серьезный, который... А, я его взял, отлично, там две штуки были, было даже. Так-с. Что мы с вами пропустили здесь? А, ничего. Туалет пропустили. Ха! А, отлично, заехали мы с вами, конечно же, знатно сегодня. Так, секундочку, что у нас? Полностью открылся весь инвентарь, и это не может не радовать. Вообще хорошо. Там еще домик был, где он был? Вот там, а ну-ка давайте туда. Я понимаю, что зомби там туда-сюда, но... Ой, рисковать, наверное, нужно, потому что кушать надо. Когда человек кушать надо, он все что угодно сделает. Где вход? Но, повернись. Развернись, то есть. Тихо-тихо. Ну, здрасте. Оу, как у вас много здесь всего-то, а? И сразу же, мне кажется, на кухню сейчас пойду. Моментально. И закроемся, как минимум. Собакин, залезай. Давай. Я тебя не брошу. Я тебя стопудов не брошу, поэтому... Где кухня? Кухня, 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 кухня. Дайте мне, да не масло ты, ё-моё. О! Отлично, друзья мои, мы спасены, короче. Мало еды даст, но по-любому хоть что-то. Главное, что мы сейчас здесь не подохнем. Давай, и мне же самому сейчас захотелось покушать, попить там. Все подряд, это тоже забираем. И, ух ты, сколько у вас тут ящиков. Как у вас тут хорошо. Правда, ни хрена не хорошо, потому что какие-то электронные не... О, еда, еда, это я понимаю, это наше все, короче. Мы спасены прям полностью. И будем жить. Ну, давай поешь, и сейчас полностью кухню проверим. И по идее на этом как бы мы завершим, так как вроде бы сделали все, что можно было сегодня. Потратили кучу времени, конечно же, но это есть геймплей по данной игре. Другого геймплея здесь в игре нет. До чувака, который якобы в пещере живет, мы сегодня не дошли, но мы... Тихо ты, блин, там зомби могут гулять, это опасно. Но туда мы ходить сможем, то есть пойдем уже в следующей, скорее всего, серии, потому что здесь нам уже делать нечего. Проверяем все, что есть. Домой поедем, конечно же. Отвезем все домой. К следующей серии. Я думал, там открыто, там у нас стекло просто. What is this? А, это люр. Смотрит. Люр у них такой. А он что, ломается, это люр? Не-не, спички нам нужны, спички нам нужны.
Короче, смотри. Беру вот это. Чё-то надо скинуть, короче. Воду пить не хочу. Давай воду, короче, скинем. Зачем ее пить, если тебе не надо пить? Ага. Когда-нибудь просто приду сюда и буду знать, что здесь есть две баночки с водой. Если вдруг у меня якобы воды не будет. Люр. А он другой. Неужели с этого, с помощью этого люра мы можем ловить другую рыбу? А ну-ка, секунду. Ты прикинь? Так оно и есть. Скорее всего, так оно и есть. Прикольно. Спички берись. Вода остается. Это куда-то влезет? Не влезет. Ай-яй-яй. Ух ты ж, ё-моё. Так, забрать. Блин, ну даже не знаю даже. Я себя как бы не вижу. Зачем эти вещи брать, если ты себя не видишь? Да то же самое. Ага, погоди. Вообще даже здесь ничего не меняется. То есть даже если я штаны одену, чтобы вы понимали, такое ощущение, что у меня их даже здесь не будет. А если убрать полностью? Да, нет? У него ничего не меняется. Вот тебе и рубашка. Так-с. Здесь у нас что? Здесь у нас спички. Все. Значит, делаем следующее. Покушали мы вроде бы не то, что много, как бы, но нам, в принципе, хватит для того, чтобы здесь проночевать. Давайте прямо здесь будет безопаснее. Вот так вот. И влезть ты как-нибудь вот так вот. Ну, а, отлично. И поспим, я не знаю, надеюсь, хватит. 8 часов. Еда там есть еще? Есть. Нормально. Мы еще до дома еще доедем. Я хочу еще часик. Часик поспать. Ну, давай. Давай. Есть. А, отлично. И на этом, друзья мои, мы с вами заканчиваем. Что ж, надеюсь, вам все понравилось. Я тут еще как бы порыскаю, посмотрю, что да как. Потому что, смотри, тут еще еда, короче. Не еда, а вода. Это забираем. Друзья мои, если вам все понравилось, не забудьте поставить палец вверх, не забудьте подписаться на канал. И само собой напомню, что сегодня или завтра выйдет еще один довольно ну, важный не видос. Это важный кому-то... Ух ты, 5 литров! А где канистра моя? Вторая. Где-то я ее забыл, походу, надо будет забрать. И очень важный видосик будет по теме канала. Это тем, кому интересен... канал, да? Скажем вот так. Так что, друзья мои, я с вами прощаюсь. Увидимся в следующей серии. С вами был Кентавр. А, это другой дом. У нас есть чем заняться, вижу здесь. Вот что-что, а здесь я ни разу не был. Этих бочек я здесь не помню. Друзья, увидимся в следующем видосе. Всем удачи и всем пока. Не забудьте подписаться. И подписаться в описании есть ссылочка на канал, куда может переехать канал YouTube. Да? Так что подписывайтесь и на тот канал на Яндекс.Дзен. Всем удачи и всем пока.